Привет, с вами Сойер и сегодня поговорим про GRASP. Это шаблоны, которые помогают распределить обязанность между классами и объектами в объектно-ориентированном проектировании. Всего этих шаблонов 9, они описаны в книге Крега Лармана «Применение UML и шаблонов проектирования». И лично у меня были большие проблемы с пониманием и использованием этих шаблонов. Все дело в том, что при первоначальном знакомстве с этой книгой мне показалось, что предложенные Ларманом вещи абсолютно несовместимые с Agile. И более того, они мне показались абсолютно непонятными. То есть я был склонен считать, что это выдумка, которая на практике ни к чему не применима. Оказалось, что я не прав. И позже, когда я занялся именно архитектурой больших приложений и занимался чисто архитектурой построением систем распределенных систем мониторинга я переосмыслил эту книгу повторно я прочитал и нашел для себя много интересных идей и ключом к переосмыслению было небольшое небольшое изменение или небольшая классификация тех шаблонов которые дает ларман то есть я понял что эти шаблоны далеко не все одинаковы, и они не структурированы так, как, например, шаблоны банды четырех. То есть это, по большому счету, некоторые идеи, которые нужно еще дополнительно осмыслить. И вот в результате осмысления у меня родилась определенная формула, которую я уже много лет использую, и считаю теперь, что GRESP это на самом деле вполне себе рабочие шаблоны, просто их нужно уметь готовить. И я хотел бы с вами поделиться вот как раз своим пониманием, возможно, оно вам тоже пригодится. Я хочу отметить, что, естественно, есть недочеты, недостатки у этой схемы, которую я предложу, но как отправная точка, она вполне себе годная. Ну и сразу скажу, что будет еще второе видео, где я попытаюсь на примере ангуляра показать все это. Оно будет доступно патронам и при достижении 3000 лайков, как вводится уже на канале, будет опубликовано здесь. Если интерес к этой теме действительно есть, тогда дерзайте. Так вот, к чему пришел я, анализируя лармановские шаблоны? Я пришел к тому, что на самом деле в них содержится три принципа, одно свойство и пять ролей. С ролями связаны конкретные обязанности и по сути назначение ролей и есть назначение обязанностей. Напомню, что это шаблоны, которые призваны распределять обязанности. Это не универсальные шаблоны построения приложения. Так вот, в чем была моя самая большая сложность? Больше всего мне был непонятен шаблон устойчивость к изменениям. Именно его в конечном итоге я вынес как свойство, потому что на самом деле на уровне классов, интерфейсов и объектов устойчивость к изменениям определить нельзя. В чем проблема? Проблема в том, что устойчивость к изменениям ⁇ это когда мы вносим изменения в какую-то часть программы и при этом не меняем другие части, не, не происходит э, вот такого веерного изменения. И в этом смысле это свойство всей программы. То есть нельзя сказать, глядя на класс... Глядя на какую-то часть программы, устойчива она в целом к изменениям или нет. Более того, устойчивость к изменениям это не бинарный признак. Мы можем быть устойчивы к каким-то конкретным изменениям и не быть устойчивы к другим изменениям. И в этом смысле устойчивость к изменениям это ну, глобальное свойство, которое мы должны обеспечить. Более того, solid, архитектурное планирование, архитектурное проектирование все это как раз и направлено на обеспечение устойчивости к изменениям. Поэтому то, что приводит Ларман, это один из советов по обеспечению этого свойства. И да, действительно, выделение интерфейсов, выделение точек изменения помогает достигнуть устойчивости как свойство, но не является достаточным. И здесь, если пытаться руководствоваться тем, что предлагает Ларман как принципом, возникает куча вопросов и пробелов. И мне пришлось упростить, действительно упростить эту часть и остановиться на свойстве, а не на принципе. Далее идут три принципа, которые применимы практически везде. Речь идет о шаблоне полиморфизм, о шаблоне низкое зацепление и высокая связность. Что здесь? На самом деле эти шаблоны должны существовать вместе, они не должны применяться раздельно. Шаблон полиморфизм говорит нам о том, что мы должны иметь возможность повторно использовать код и делать это через выделение интерфейсов. Очень часто этот шаблон связывают с паттерном стратегии, например. И это Лармановское дополнение к стандартным а, понятиям полиморфизма, которые есть в объектно ориентированном программировании. И в этом смысле, опять же, Ларман лишь дополняет основные основополагающие принципы. Дальше пара сиамских близнецов, низкое зацепление, высокая связность, говорит нам о чем? О том, что наши классы должны взаимодействовать с друг с другом, но при этом стремиться уменьшить эти взаимодействия. Чем меньше дополнительных взаимодействий и связей наши классы устанавливают, тем лучше. Это позволяет их проще переиспользовать, это позволяет их разделять, переносить между частями программы. Это общий принцип, который опять же дополняется Ларманом. И связанность. Связанность – это сфокусированность на задачи, которые решает класс. Мы говорим о том, что у нас есть принцип единственной ответственности, когда мы не распыляемся на решение многих задач и создаем класс для решения конкретной задачи. Это и есть связанность. То есть связанность – это мера сосредоточение на конкретной задаче. Естественно, эти принципы мы используем, и они являются базовыми, и мы должны придерживаться всегда. А распределение обязанностей по GRASP, по grasp начинается с момента, когда мы начинаем назначать роли. У нас есть пять ролей, предложенных э, Ларманом. Ну, точнее, Ларман-то их называют шаблонами, но я их называю ролями. У нас есть создатель, у нас есть контроллер, у нас есть э, информационный эксперт, у нас есть чистая выдумка и посредник. Вот эти пять ролей. Что это значит? Ну, ролями я их назвал потому, что они редко, когда могут сочетаться. Редко, когда у нас может возникнуть ситуация, когда есть и чистая выдумка. У нас класс выполняет функцию чистой выдумки и э, выполняет роль информационный эксперт, потому что это влечет к понижению связности, то есть к тому, что у нас класс начинает выполнять слишком много дополнительных обязанностей. И в этом смысле мы распределяем роли вполне себе а, изолированно друг от друга. Здесь стоит отметить, что информационный эксперт ⁇ это вполне себе конкретная роль, она напрямую связана с данными, то есть мы говорим о том, что информационными экспертами у нас являются такие классы, которые обладают необходимыми знаниями и возможностями по изменению этих знаний. То есть, по сути, это, если взять MVC-паттерн, да, архитектурный паттерн, это, это модели. То есть, модели у нас обладают знаниями о предметной области, содержат данные и обладают, собственно, и методами, которые изменяют эти данные. Вот методы — это и есть ответственность класса, которую мы распределяем. И информационные эксперты в MVC модели, действительно, в MVC архитектуре, действительно, чаще всего представлены моделями. А в других архитектурах могут быть, естественно, представлены другими э, компонентами. Дальше идет контроллер. Контроллер тоже по своему функционалу совпадает по смыслу с MVC. То есть он принимает управляющие воздействия. И в основном либо от э, системы эти управляющие воздействия идут, либо от графического интерфейса. И передает их модели, ну по сути информационному эксперту бывает э, классом, который соответствует чистой выдумке. Здесь тоже все понятно. То есть у нас либо контроллер, либо информационный эксперт. Я думаю, понятно, что когда мы совмещаем и то, и другое, получается неправильно. Идем дальше. Дальше у нас идет создатель. Это класс, который обладает достаточной компетенцией, чтобы создать другие объекты инициализировать их, либо каким-то образом с ними быть тесно связанным. И у Лармана это написано более подробно, можно прочитать. Да, в принципе, можно и в статьях прочитать более подробно. Но создатель, он имеет легко узнаваемую конкретную роль. И обычно реализуется паттерном абстрактная фабрика. Дальше идет посредник. Роль посредника уменьшить зацепление разных классов друг на друга и выработать интерфейс, это тесно переплетается с принципом полиморфизма, и, естественно, посредник тоже узнаваем, и он на самом деле появляется на более поздних стадиях проектирования, когда мы начинаем уже нашу систему выводить на более гибкий уровень, да, чтобы она была, имела как раз то свойство устойчивость к изменениям, да, чтобы мы могли изменять часть системы, не э, затрагивая другие части системы. Вот по сути для этого посредник и нужен. Дальше идет чистая выдумка. Она возникает в тех случаях, когда нам нужно либо реализовать задачи бизнес логики, которые не ложатся ни на одного эксперта информационного, либо какие-то чисто специфические для программы вещи, например сохранение в базе данных, запрос по э, сети и так далее. То есть вещи, которые явно не присутствуют в бизнес-логике, они как раз реализуются с помощью чистой выдумки. Тоже достаточно понятно, что это в основном либо утилитарные классы, либо какие-то общие правила системы, которые мы моделируем или реализуем, не привязаны ни к одному информационному эксперту. А, таким образом, распределение ролей это и есть основная часть проектирования. И она, более того, хорошо связана с паттернами да, банды четырех. Многие из Этих ролей действительно реализуются с помощью хорошо изученных паттернов. И вот когда мы в, такой, в таком ключе а, интерпретируем ГРЭСП, мы можем его использовать практически. Если вы посмотрите, то во многих статьях в интернете а, приведены лишь описания, примеры и совершенно не сказано, как его связать, вот эту всю теорию связать и с паттернами, и с там солидом, и с другими архитектурными вещами. Поэтому я надеюсь, мое пояснение, оно окажется вам полезным, вы сможете стартануть и увидеть в собственных, ну в MVC фреймворках, это фреймворках, в MVC фреймворках это вообще легко увидеть связь с э, э, Grasp. И как я уже сказал, будет видео, где я покажу, э, как это увидеть все в ангуляре. И более того, меня часто просят сделать какие-то еще видео по архитектуре, но я пока не очень понимаю, насколько это востребовано. Поэтому, если вам эта тема интересна, то пишите, какие архитектурные проблемы у вас есть в комментариях, интересно ли вам тема вообще архитектуры, про что вам хотелось бы узнать, и исполь... испытываете ли вы чувства нехватки знаний по архитектуре. Ну и, в принципе, чем больше будет отзывов и предложений по видео части архитектуры, тем вероятнее я сниму еще какие-то ролики, потому что мне важно получить от вас обратную связь, и в комментариях мне было бы интересно понять, насколько вы хорошо понимаете тот же ГРЭСП, насколько хорошо вы чувствуете и э, уверены в своих знаниях по архитектуре, и какие вопросы вам интересно было бы узнать еще. Ну, это был канал СОЕР, спасибо, что слушали, до свидания.